Партии власти усилит свою деятельность в регионах страны. Сегодня в столицу республики с деловым визитом прибыл временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Новый руководитель первые рабочие визиты по России начал именно с Якутии. Андрей Турчак провел совещание с секретарями отделений и руководителями исполкома в Дальневосточном федеральном округе. Продолжит Любовь Васильева. Политический центр Дальнего Востока – Якутск. Два дня в столице республики внутрипартийные перспективы обсуждают секретари отделений и руководители исполкомов «Единой России» Дальнего Востока. Встречу курирует исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Андрей Турчак. На повестке совещания – организация декабрьского съезда внутрипартийной реорганизации. Ну и сегодня, пользуясь тем, что у нас руководство партии здесь находится, это даст свои результаты в целом для всех дальневосточников. Мы как один округ федеральный все-таки характерны. Есть вопросы, связанные с проведением предварительного голосования. Это связано с географией нашей, с климатическими условиями. Однопартийцы обсуждают работу межрегиональных координационных советов, в частности, по территориальной принадлежности и ответственности. На основе этих решений появится Дальневосточный МКС, который объединит работу 9 субъектов. Все региональные отделения активизировали работу по выполнению главных задач партии. Ставим задачи по Хабаровскому краю на победу на выборах губернатора, мэра административного центра и свыше 1200 мандатов, которые будут разыграны по муниципальным образованиям. Поэтому, конечно, сегодня мы определяем стратегию наших действий, план. Генсовет, как руководящий орган, курс развития видит в регионах. Поддержка населения деятельности партии на местах сохраняет высокий рейтинг. Также регионы показывают хороший результат по реализации федеральных проектов. Мы сегодня услышали посыл о том, что действительно партия будет уделять особое внимание именно территориям, регионам. И то, что первый визит исполняющий обязанности секретаря Генерального совета происходит в Якутске, но говорит о многом. В Якутии есть очень хорошая база не только именно проектной деятельности, а в Якутии хорошо наработана база партийного строительства и партийной мобилизации. То есть это такие внутренние вещи. У наших коллег с Якутии об этом просто очень много можно поучиться. О том, что опыт республики является примером лучшей практики в России, Андрей Турчак озвучил при встрече с главой Якутии. Он поблагодарил Егора Борисова за поддержку партийных инициатив, которые ориентированы на улучшение жизни людей. Регионы – это все. Регионы – это вся наша страна. Действительно, внимание, вектор партийной работы будет смещен в сторону регионов. Мы это сделаем в том числе через ротацию Генсовета. Большее количество региональных представителей будет привлечено к работе Генсовета. Партия власти решает задачи, которые стоят перед руководством страны в развитии Дальнего Востока, благополучие жителей России. Именно в этом направлении будет усилена работа региональных отделений. Любовь Васильева, Андрей Секретов, НВК Саха, Якутск.